Добкин и Смешко. Встреча с оскорблениями в адрес Смешко перешли все границы. Ваше мнение по этому поводу? Я думаю, что Миша чего-то съел, мне кажется, или понюхал. Миша Добкин. В всяком случае, при встрече я его спрошу. Игорь Петрович Смешко вел себя как интеллигентный офицер, достойный человек, не опустился до базарных каких-то разборок. А Миша, ну, что-то с ним произошло.